вот сейчас вы увидите базовую технику, которую я покажу, как нужно с чего начинать, для того, чтобы стать таким мастером, как показал мой старший сын. Итак, вы стоите в позиции, которая для вас наиболее удобна. Для тех, кто занимался карате, это что-то среднее между санчином и зенкутсу. Дальше, вы видите, у меня груза, у меня утяжелители, у меня на топоре, на моем рабочем топоре тренировочном, также и утяжелитель. И вот в этой позиции ваше движение в статике, то есть с чего начинать. Это все равно, что для карате начинать с удара ойцуки или гакоцуки. И вот вы стоите, начинаете тренировку после того, как размялись, после того, как вы нагрузили определенную группу мышц, вы начинаете движения, которые позволяют усилить ваш хват. Конкретно вы делаете движения, которые ваша кисть, вы стоите на пружинящих ногах. Это очень важная базовая техника, без которой вы не сможете топором ни крутить восьмерку, ни делать перехватывающие движения, которые позволят вам потом применять боевую технику. Поэтому я рекомендую самое главное первое упражнение. Это когда у вас все находится в пружинистой и вы начинаете перехват. Вот так примерно в течение 5 минут я делаю 80 перехватов с одного на второй, с одного на второй. Вы можете уменьшить груза, увеличить груза. После того, как вы сделали перехваты, вы можете встать на колено. Вот. И для этого делать тоже перехват. Раз, опять, два, следующая техника. На другую тоже. Раз, перехват. Это я делаю медленно. Быстро это делается так, и после этого делается движение. Почему я делаю движение такое? Потому что когда вы схватили топор в средней части, для удара вы его отпускаете. Он у вас идет по руке, у вас усиливается центробежная сила, которая идет от центра, да? И у вас усиливается удар. Вот у вас техника, ну я без груза показываю. Раз, раз. Вот техника простая. После этого у вас может быть техника, которая сбивает практически противника с ног. То есть вот. Это упражнение, которое позволяет также не только взять вашу энергию, что называется, от топора, но и развить вашу реакцию вместе с определенной нагрузкой мышц. Итак, я рекомендую вам начинать с простой техники, которая позволяет вам таким образом начать азы боя на топорах. Следующее упражнение я вам покажу в следующем видео, которое связано с развитием грудных мышц и крутящих элементов. Спасибо.